Привет, Дим, ты о чем со мной хотел поговорить? Ты знаешь, просто у меня продолжается хитрячинка, то, что не родственники, мать, все то же самое. Просто вот, ну нафиг, видишь, одна подруга моя сейчас на юг собирается ехать, пускай едет. Так. Мы с тобой живем в северных краях, а у нее есть мама и дети. И она с ними на юг, там, путешествие. Короче, дело. Какое дело? Короче, к делу давай, не рассказывай мне тут всякие сказки. К делу ближе, давай, что проблемы какие у тебя? Проблемы? А проблемы, что-то те же самые проблемы. Те же самые. Гнобят. А, так и забей на это. Не обращай на это внимания. Я тебе говорил сотни раз. Если мир повернулся к тебе жопой, то отвернись и ты к нему жопу в ответ. Вот и все. Понимаешь? Если мир повернулся к тебе жопой, задницей, то и ты должен повернуться задницей в ответ к миру. Вот и все. Молча, спокойно игнорируй любые слова, любые высказывания в свой адрес. Молча, спокойно, без всяких криков, там, без всяких драк, без всяких насилия со стороны мамы и со стороны твоей по отношению к ней. Молча и спокойно, проведи, уйди в свою комнату, да, вот и все. Да, вот так все и происходит. Значит, да. Я вот сейчас хочу подремать недолго. А, ну это хорошо. Буду делать дела. Ну тогда все, сейчас звони. А, ну да, ну ладно. Давай.